Здравствуйте. Не все могут подписаться на YouTube канал. Просто не все знают, как это сделать. Поэтому я хочу записать видео, где расскажу, как сделать свой аккаунт Google и затем зайти в свой аккаунт на YouTube и подписаться. Так, набираем. google.ru. Войти. Так как я записываю видео, может быть, у вас еще нету аккаунта, поэтому давайте создадим аккаунт. Если у вас уже есть аккаунт, вы можете просто написать адрес электронной почты, пароль и войти. А если у вас нету, то нажимаем кнопочку «Создать аккаунт». Как вас зовут? Так, ну допустим, как меня зовут? Допустим, меня зовут Николай. Фамилия Борн. Так, ну какая электронная почта? Так, Николай. Николай Борн. Пароль. Так, это имя уже занято. Ну, допустим, я еще цифры добавлю. Пароль. Так, какой же пароль? Да любой. И подтвердим. Дату рождения. Дату рождения. Вводим. Так, и дальше забиваем этот текст. 1574. Страна России. Галочка «Я принимаю». Далее. Так, что не так? Пол. А, пол забыл. Пол мужской. Пароль не нравится. Простой сделал. Давайте еще вот так сделаем. Далее. Все, поздравляем. Ваш новый адрес электронной почты nikolaiborn18@gmail.com. Все, я зарегистрировал аккаунт в Google. Теперь можно зайти в аккаунт YouTube. Так, вот сюда, вот на эти квадратики кликаем, заходим в YouTube. И теперь любой канал можно найти по ключевым словам. Ну, допустим, я знаю, что канал Натальи Бобровой можно найти, набрав ключевые слова, допустим, роспись стен Боброва. Так, вот Наталья Боброва, вот я щелкаю по ней. И вот вижу кнопочку подписаться. То есть у вас сейчас канал на YouTube есть. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Бобров. Чтобы пока не мешало. На эту кнопочку надо щелкнуть один раз. Подписаться. Так, еще раз. Все, подписаться. Здравствуйте. Просто с первого раза почему-то не сработало. Все. Вы подписались на канал. Спасибо за внимание. Всего доброго.